Всем доброго дня. Сегодня удаляем экологию на Евро-6 Гранд Стараксе. Гранд Старакс 2018 год, пробег 90 тысяч. По Евро-6 мы уже снимали Гранд Стараксу, все показывали, но здесь немножко будет, так сказать, ответка за прошлое видео по Махау. Постараюсь вам немножко объяснить. Опять же, вся информация, то есть что я владею, я не ищу ее где-то в интернете. У меня все из практики, все как есть. Вот. Начнем с того, что первый отвечу, наверное, на первый вопрос, что где-то кто-то, да, удаляет эту мочевину отдельно, и все прекрасно работает. Да, может быть, это и работает. Это первое. Второе. Хотелось бы знать из вас, пусть напишет, сколько он проехал. Как бы, не знаю, там 100 тысяч километров, 50 хотя бы, да, что я ездил, у меня все прекрасно. Это первое. А второе. Клапан EGR все равно продолжает устраивать вот такие вещи. Коллектор прям кусками. Все забито. Просто там, вот смотрите, там окон нету даже. Также в двигателе, в головке, также в Махаве, точно так же. Если в прошлом видео было получше, а в остальных было вот именно вот так, может быть, даже и хуже. То есть это 90 тысяч. Мочевину только отшили и убрали. Вот это не уйдет никуда. Рано или поздно наступит день, когда мы вернемся к тому, что делал я. Можно ли оставить каталик? Можно оставить? Можно. Вот здесь, допустим, на Евро-6, то есть на Гранд Старакса, когда это отдельная банка, да, пожалуйста, мы можем оставить. То есть это первое. То есть мы можем его оставить. И если вдруг, то есть что-то, он забился, развалился, что-то происходит, то мы прям откручиваем две гайки, буквально прям отводим в сторону, выносим его. Это прям происходит там за копейки, быстро. Все, выбили, и вы поехали дальше. Можно, да. То есть запах из трубы будет гораздо чище и меньше. То есть согласен. С этим можно его оставить. Но в Махаве, вы прекрасно видели этот бачок. То есть он зауженный. То есть у нас каталик и сажевый находятся в одной банке. Каталик стоит сверху. Первое, это, я не знаю, ну можно аккуратно удалить оттуда сажевый. Я не знаю, потом нам надо какую-то сделать опору внутри в банке, наверное, заварить, потому что он там плотно стоит, чтобы он оттуда не выскочил, потому что вывалится точно оттуда. Либо, допустим, не знаю, обратиться есть специальные фирмы, которые устанавливают туда какие-то, как я наслышан, очень некачественные, то есть они там не работают и что-то такое. То есть, не знаю, может быть, и есть дорогие какие-то. Вот, и на самый главный вопрос. То, что нам нужно скорее выбить каталик и его сдать. Вот прежде чем говорить и писать, вы, каждый из вас может забрать, он имеет право забрать каждую запчасть без каких-либо слов. И попробуйте сдать. Во-первых, в дизельных моторах каталик и сажевый не стоит практически ничего. Это первое. И второе. Чем машина класс выше, тем он хуже. То есть, если, допустим, в Евро-5 каталик маленький там чего-то стоил каких-то, то в Евро-6 он не стоит вообще ничего. Хотел бы, чтобы кто-нибудь отписался из тех, кто забирал и сам сдавал, и насколько он сдал. Вот это я хочу, чтобы из тех, кто уже это делал, отпишитесь, за сколько вы сдали Евро-6 кат или сажевый. И, то есть, мочевина это однозначно. Мусор. В тех случаях, где это возможно оставить, также сам хозяин может сказать, что мне, пожалуйста, оставьте, мы оставим, не вопрос. То есть скажем, что да, если вдруг вы что-то почувствуете, то надо будет удалить. Но это только когда в отдельной банке. Если же это Махав, то есть, да, я не знаю, какую-то делать опору, но если вдруг все же он там забьется, вам снова придется платить. Если здесь это делается легко, то там это делается очень сложно. То есть Махаве нужно разобрать. Вот в моем случае я жабло стеклоочистителя не разбирал, потому что я снимал впускной коллектор, и у меня был доступ. Если же коллектор впускной я не снимаю с проводкой и совсем, то мне придется разбирать стеклоочиститель и снимать эту всю банку. То есть уже там, к примеру, повторно надо будет разбирать. Это... И еще такой момент у меня есть в практике, что вот каталики Евро-3, Евро-4, они даже по цвету отличались, они такие, знаете, были такого цементного цвета, серого, вот, серого.
И они реально неубиваемые. То есть они работают, работают и работают. То есть никаких проблем нет. Туда даже попадает масло. Потом это масло выгорает, и они опять же работают. То есть они выдерживают температуру. Но еще на Евро-5-ах, это на Грандстарах со стопленной системой Delphi, на партерах особенно, люди оставляли. Мы им оставляли, да, оставляли этот кат отдельно в трубе. Но, не знаю точно, но, видимо, вот этот режим температурный, они выдерживают, но недолго. И то есть все равно они потом обращались, то есть через какой-то период, это как, допустим, с отшитием мочевины. Опять же, проходило 20-30 тысяч, и все повторялось. Если бы был бы, допустим, можно было бы евро третий или евро четвертый кат засунуть, допустим, сюда, я бы был бы, да, рад и счастлив. То есть, к примеру, купить от евро четвертого Grand Starx с топливной системой Bosch, это с 2008 по 2011 год, тогда, да, было бы отлично. Но есть один момент, можно даже оттуда банку взять и варить ее внизу, но есть один момент, что диаметр трубы разный. То есть здесь труба, допустим, 65-я, а там 60-я. Мы как бы создадим немножко затык, и чем это закончится, непонятно. Поэтому здесь тоже делаем комплекс. Все как обычно, делаем комплекс. Единственное, что вот у нас на Евро 6-м Grand Starx теплообменник. Все мы знаем, что он вот здесь у нас лопается где-то внутри и начинает выкидывать антифриз. Вот у нас охлаждение подходит раз-два, он лопается либо внутри, либо сам корпус охлаждения внутри ЕГР лопается. Также были случаи, но крайне-крайне редкие. Вот отсюда, смотрите, у нас отводик маленький, охлаждение отходит. Это идет на обогрев форсунки мочевины, то есть туда. Ну, это очень редкий случай, когда именно мы снимаем форсунку, и она у нас мокрая в этом антифризе. То есть на форсунке лопается вокруг нее оболочка, и она начинает антифриз скидывать в глушитель, в трубу. Ну и, в принципе, все. Я думаю, на все ответил. И еще главный, наверное, самый момент, вот этого никто не делает. Очень хотелось бы хоть раз это увидеть или услышать. Когда люди, знаете, сегодня они сделали, завтра пишут, что они лучшие, все везде прекрасно, все работает шикарно. Но послезавтра, когда все развалилось, никто не пишет, абсолютно, вот никто не пишет, что да, был прав этот был прав, а я вот повелся и виноват. Поэтому... От этого и все у нас весь негатив. Ну, на этом у нас все. Если у вас есть свои решения, то, пожалуйста, делайте, решайте, как считаете нужным. То есть мы никого не заставляем. Если же все же вы приедете на удаление, и у вас будут свои какие-то тоже что-то добавить, мы обсудим это с вами и, может быть, попробуем это на вашем авто. Пожалуйста. Ну все, всем пока.